Территория отеля небольшая. Первый этаж вот с такими террасками. Второй этаж с балконами. Очень какие-то запутанные лабиринты, но все найти можно. Главный бассейн закрывается в 5 вечера. Очень красивая территория, цветов много, аллеек, лужаек. То есть каждый может найти себе уголок. Дорога ведет сейчас в буфет. Тут 8 бассейнов. Если вы успеете их все обойти, это хорошо. Мы сейчас двигаемся к детскому бассейну. Детский бассейн. Сейчас март, и он теплый. И бассейн для игры в волейбол. За детским бассейном детский клуб. Но про это отдельное видео. И вот впереди у нас буфет. Несложно находиться на территории, несложно искать что-то, но только на второй день. Первый день это кажется просто сплошной лабиринт.